Ведется допрос британского оперативного агента Лоррейн Броутон. Но прежде, сэр, могу я попросить мистера Курцфилда удалиться из комнаты? Я буду за стеклом вместе с остальными. Козел. Что вы сказали? Я ничего не говорила. А мне так не показалось. Что она сказала? Хотите прокрутить запись? Я знаю, что она играет не по правилам. Но она наш лучший специалист по сбору данных. В Берлине был обнаружен двойной агент. Не найдем его до падения стены, начнется Третья мировая война. Главное, никому не доверяй. Твой связной Дэвид Персиваль. Приветствую в Берлине, я Дэвид. Не стреляй, я туфлю принес. Часы тикают. Я единственный, кто может тебе помочь. Не надейся, что я хоть на секунду тебе поверила. Ты затащил меня в осиное гнездо. Но ты это и так знал. Ты понятия не имеешь, с кем связалась. Не промахнись. Такого в моем плане не было. Но было в моем. Что ты знаешь о женщине, которая за мной следит? Ты красивая девушка, догадайся. Вы связались с французским агентом? Разумеется. Добрый вечер, агент Броутон. Я выбрала этот путь. И однажды... Я заплачу за него жизнью. Но не сегодня.